стали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Глава Тувы провел совещание с вице-премьерами правительства республики о ходе защиты заявок региона на участие в национальных проектах президента России. По докладу, который был подготовлен к заседанию, республика намерена войти во все 12 нацпроектов. Как сообщил зампредседателя правительства Александр Брокерт, предложения Тувы по каждому из направлений направлены в федеральное министерство для включения в федеральные проекты, а также разработаны паспорта региональных проектов. Общая стоимость реализации всех региональных проектов на протяжении предстоящих 6 лет по предварительным оценкам составит более 6 миллиардов рублей, из которых 8,4 миллиарда – доля самой Тувы. Как отметил Шалбанкарол, на 1 октября определенность появилась пока только в средствах нацпроектов «Демография и образование». По линии 1 на 2019 год Туве утверждено более 330 миллионов рублей трансфертов, ну а по линии 2 же около 463 миллионов рублей. Особое внимание главы республики вызывает ход защиты позиций Тувы на следующий год в таких программах, как строительство жилья и ликвидация несанкционированных свалок. Построенный военными мост через Енисей на месте Карахакской паромной переправы откроет 12 октября. 12 октября в городе Кызыл под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова состоится торжественное открытие автодорожного моста через реку Большой Енисей, сообщается информационное агентство «Интерфакс». Построенный мост обеспечит пропуск автомобильной и гусеничной нагрузки в габаритах 7 метров. Длина моста составляет 327 метров. Грузоподъемность до 60 тонн, высота 10 метров. Напомним, пропускная способность сооружения – это 4000 автомобилей в сутки. Также мостовая конструкция имеет пешеходный переход. Сейчас на месте идут завершающие работы, последние штрихи к сдаче моста, строительство которого началось по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Военнослужащие Центрального военного округа, дислоцированные в городе Югра Кемеровской области, приступили к возведению большого автодорожного разборного моста в начале марта. Дознавателями полиции Тувы возбуждено 2 уголовных дела в отношении поднадзорных лиц. Мероприятия по проверке и выявлению правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами, проводятся в рамках операции «Надзор», проходящей на территории республики. Так, дознавателями пункта полиции Улухемские села Чахоли по городу Кызылу за прошедшие сутки возбуждено 2 уголовных дела в отношении лиц, нарушивших обязательства, установленные в отношении них судом. Так, в 2017 году из мест лишения свободы освободился 33-летний мужчина, отбывший наказание за совершение тяжкого преступления. Решением Новосибирского районного суда над ним установлен административный надзор сроком на 7 лет. Зная об административных ограничениях и установленном в отношении него административном надзоре и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за их неисполнение, мужчина после освобождения без уважительной причины не прибыл на обязательную регистрацию в полицейский участок. Кроме того, его местонахождение было неизвестно. Для установления местонахождения поднадзорного сотрудниками полиции проведен ряд мероприятий. В результате участкового уполномоченные полиции Чахольского района задержали, доставили в полицию указанного гражданина. Также 9 октября в дежурной части полиции Кызыла был зарегистрирован рапорт старшего инспектора направления по осуществлению административного надзора по Кызылу о том, что с августа 2018 года 31-летний поднадзорный, проживающий на территории Кызыла, без уважительной причины перестал приходить на обязательную регистрацию, сменил место жительства без уведомления инспектора административного надзора. Мужчина ранее был судим за тяжкое преступление и достоверно знал об административных надзорах, установленном в отношении него Абаканским городским судом сроком на 8 лет. По данным фактам, с дознавателем возбуждено уголовное дело уклонения от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений или ограничений. Злостным нарушителям грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года. На форуме «Современной журналистики. Вся Россия-2018» начала работу выставочная презентационная площадка. Одной из первых была представлена обширная программа «Люди Центра Азии. Наш многоликий мир». Она объединила в себе художественную экспозицию, включающую яркие образы, пойманные журналистами в разное время. Это эмоции футбольных болельщиков, картины природы Сибири и Дальнего Востока, также городские зарисовки, занятия, костюмы жителей Азии, исторические снимки. Выставка «Люди Центра Азии» открылась этническим танцем коренных жителей
представителя Республики Тува в национальных костюмах. Также в рамках мероприятия прошла церемония награждения победителя конкурса Союза журналистов Тувы. Это Гальматалитовое перо 2018. Журналистика «Наша судьба», посвященного столетию Союза журналистов России. Представители Союза журналистов провели викторину под названием «Знаешь ли ты Туву и историю российской журналистики?». Зрителям было предложено угадывать и вспомнить исторические факты, географию, даже фразы тувинского языка. Победители получили памятные подарки, изделия тувинских ремесленников. В рамках презентации книги «Судеб. Люди Центра Азии» прозвучали стихи на русском и тувинском языках, а также произведения национальных музыкальных коллективов. Зрители получили в подарок яркие шелковые платки. Организаторам мероприятия удалось создать по-настоящему гостеприимную атмосферу и показать гостям широту тувинской души. Сразу в нескольких российских регионах зафиксированы вспышки активности мошенников, рассылающих от имени судебных приставов гражданам письма на электронную почту. Причем в таких письмах указывается настоящий контакт управления Федеральной службы судебных приставов. Они грамотно составлены. Вот только ссылка, по которой адресату предлагают пройти, чтобы узнать подробности о задолженности, ведет к заражению компьютера. Текст электронного послания выглядит обычно так. Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 26 октября 2018 года. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробная информация о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тува занимается лишь СМС-рассылкой. На адреса электронной почты должников не направляем никакие письма, тем более с файлами, которые содержат вредоносные программы. Призываем быть бдительными всем гражданам и в случае чего обращаться в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменитель и сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Компания «Вятские мехобелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 10 по 15 октября в ЦУМе. По информации Министерства образования Тувы, в образовательных учреждениях республики продолжается школьный этап Всероссийской Олимпиады 2018-2019 учебного года. Стоит отметить, что в этом самом масштабном интеллектуальном состязании ежегодно принимают участие более 40 тысяч обучающихся 4-11 классов школ региона. Так, ученики 5-11 классов могут принять участие в олимпиадах по 21 общеобразовательным предметам, когда как четырехклассники в рамках школьного этапа участвуют по двум дисциплинам – это по математике и русскому языку. Ежедневно координаторы Всероссийской олимпиады в районах информируют о ходе проведения школьного этапа. Так, по сообщению организаторов, школьный этап решает важную задачу отбора участников, проявивших выдающиеся способности на следующий муниципальный этап. Победители и призеры данного этапа будут приглашены на участие в муниципальном этапе. Самые успешные школьники муниципального этапа станут участниками регионального и заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Сегодня на площади Арбата Кызыла было шумно и весело. В центре столицы большой компании отметили Всемирный день психического здоровья. По доброй традиции здесь на месте были развернуты мобильные медплощадки, где любой желающий мог проверить уровень артериального давления, а также сахар в крови. Уже на другой площадке врачи-психологи проводили тестирование. Ответив на вопросы теста, можно было узнать свое психическое здоровье. Как говорит Чайсу Шинын, клинический психолог Респсихбольницы, сегодня у детей идет рост нарушения речевого развития. Причина этого кроется в них. Хваткое внимание ребенку со стороны родителей. Мне кажется, это в большинстве случаев, когда вот родители не могут дать должное внимание, можно так сказать, да, потому что детям
последнее время, ну, все взрослые люди, они уже, получается, либо на работе, либо и дома, когда они либо за, ну, телефоном или планшетами, компьютерами. Я думаю, что основная причина – это ограничение времени или нехватка времени, вот время, которое они не могут дать, соответственно, для детей. Психическое здоровье на площади Арбата сегодня также определяли и в формате квеста. И вам нужно угадать известные фразы из фильмов, которые здесь написаны, потому что кинематограф – один из способов узнать о психических заболеваниях. Квест-игра у нас проводится по фильмам, кинематографии, потому что фильмы, мультфильмы, вообще мультипликационные персонажи позволяют нам ознакомиться с распространенными психическими заболеваниями, и это дает многим людям какие-то знания об этом, и, соответственно, близкие люди могут помочь своим пережить это состояние, и они могут ознакомиться, не только посещая психиатрическую больницу. Как говорит волонтер-медик Уранхере Лапсан-Церен, рецепт психического здоровья несложный, главное придерживаться его ежедневно. Надо делиться своими желаниями, там, радоваться жизни, заниматься спортом. Первоочередной целью Всемирного дня психического здоровья является уменьшение распространения психических расстройств. Также стоит отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый, пятый житель Земли страдает тем или иным психическими расстройствами, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них, это 52%, это лица с пограничными психическими расстройствами. Зима уже не за горами, а если быть честным, то снег на горах лежит уже сейчас. Поэтому пришло самое время подготовиться к холодной погоде. И наш помощник в этом – магазин стильных коллекций «Классика мода». Большое поступление зимней одежды, обуви на любой вкус и кошелек, теплые пуховики для суровых морозов, укороченные куртки для зимних прогулок, костюмы для любителей активного отдыха и еще множество стильных и современных вариантов, с которыми даже сибирская зима станет немного приятнее. А также вы успеваете сделать вдвойне приятное приобретение демисезонной одежды с действующей акцией 1+1. При покупке одной куртки вторую вы получаете в подарок. По приемлемой цене в магазине «Классика мода» можно найти и теплую зимнюю обувь, как мужскую, так и женскую. Для сильного пола – ботинки на шнуровке и зимние кроссовки, а для дам – сапоги, ботфорты и ботильоны из натуральной кожи и замши. Приходите, и вы будете приятно удивлены большому зимнему ассортименту и теплым ценам. Магазины «Классика мода» и «Редс» находятся в торговых центрах «Алма», «5 звезд» и «Алексеевский». Этой осенью меховая компания «Белка» в который раз радует наших прекрасных дам изысканными шубками. Если раньше модельеры украшали шубы стразами и каменьями, то сейчас в моду входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделий. Одна из модных фишек – крой «Елочка». Серые, бежевые, голубые и глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители, это доступность шубок для всех женщин. Отсюда снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до 2 лет на выгодных условиях, без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Выставка продажи «Вятские меха» российской фабрики «Белка» снова в Кызыле. Большой выбор норковых, мутоновых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку, выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками розыгрыша автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Выставка работает с 10 по 15 октября в ЦУМе, улица Тувинских добровольцев, 22, город Кызыл, с 10 до 19. Заправляйся на радио. По таким девизам уже третью неделю в Кызыле проходит одноименная акция на радиостанции «Голос Азии». Ежедневно ведущие дарят своим слушателям по 10 литров бесплатного бензина от партнера АЗС «Сипродукт». После условного сигнала по радио участник отправляется на Калинина 27/1, где и расположена заправка спонсора. Кто приехал первым и назвал условный оператор фирменную фразу «Заправляйся на радио», тому и подарок. Главное условие акции – наличие фирменной наклейки радио. Заправляйся на радио! Thank you.
По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12, днем местами 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью от 0 до минус 2, днем плюс 15, плюс 17. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читайте. Трагическая гибель молодого полицейского Чаяна Сендеола. Вечная память. Какие обновления появились в национальном парке? КВН. Абаканцы проиграли Кызылу, за что Сайдашу Мангушу подарили командирские часы. Соревнования по армейскому рукопашному бою. Смотрите захватывающие моменты. Заправляйся на радио. Победители за неделю. Радио «Голос Азии» начинает большую игру в рамках города. И еще много интересного. Также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша и лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке, огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ-Инфо.